Вечером 25 мая в Кремле состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры. Достигнута договоренность продолжить работу через неделю в рамках встречи вице-премьеров трех стран. По информации российских СМИ, встреча длилась порядка 20 минут. Перед этим глава российского государства провел двусторонние встречи с каждым из участников переговоров. На двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Никола Пашинян заявил, что Армения ожидает, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов железнодорожных составов Армении. «Хочу подтвердить, что мы готовы. И пограничные службы, и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении. Ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов железнодорожных составов Армении через Нахичеван, через Азербайджанскую республику, например, в Российскую Федерацию, в Исламскую республику Иран. Мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран», – заявил Пашинян. Также президент России Владимир Путин сообщил о планируемой через неделю встрече вице-премьеров РФ Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. В свою очередь, зампредседателя правительства РФ Алексей Аверчук сообщил журналистам, что стороны одинаково понимают, как должно идти разблокирование. «Сейчас обсуждаются технические детали. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля», – подчеркнул он. Между Арменией и Азербайджаном сегодня есть реальная возможность достижения мира. Об этом в интервью армянской службе «Голоса Америки» заявил бывший ИО заместителя госсекретаря США, бывший старший советник по переговорам на Кавказе Филипп Рикер. Два лидера должны встретиться и выслушать друг друга, поговорить друг с другом, как можно больше участвовать в диалоге, чтобы лучше понять друг друга, понять, в каком направлении они движутся и какие есть опасения, сказал бывший дипломат. Он особо подчеркнул важность отвода войск от границы, заявив, что в свое время сам это предлагал. При этом Рикер не согласен с тем подходом, что происходящее сегодня на Кавказе события похожи на украинский сценарий. В Вашингтоне ценят последний комментарий премьер-министра Армении Никола Пашиняна о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана и неизменной приверженности миру. Об этом сказал пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер. «Окончательное соглашение близко. Мы полны решимости помочь нашим друзьям достичь его», – написал представитель Госдепа в Твиттер. Комментируя встречу Пашиняна и Алиева в Москве, Миллер заявил о поддержке переговорному процессу. «Верим, что соглашение достижимо и продолжаем оказывать давление на обе стороны, чтобы они работали вместе, чтобы достичь соглашения по вопросам, которые остаются нерешенными», – добавил он. Отвечая на вопрос, планирует ли госсекретарь Блинкен встретиться со сторонами в ближайшие недели или дни, Миллер ответил, что встреча состоялась несколько недель назад. «Он продолжает оставаться вовлеченным, но я не буду делать заявления о дальнейших встречах», – сказал он. Сложившиеся обстоятельства позволяют рассчитывать на возможность заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией в обозримой перспективе, но главное не время, а окончательное решение всех вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня в ходе саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Отметим, что в рамках саммита Пашинян и Алиев встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. МИД Армении пока не ответил на запрос «Фактора М» о достоверности информации. Зампомощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Хавьер Каламина находится с визитом в Азербайджане. Он встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили сотрудничество НАТО и Азербайджана, роль НАТО в энергетической безопасности и текущее состояние мирного процесса после последних переговоров. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял старшего советника по кавказским переговорам американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луи Бона. Стороны обсудили вопросы, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанских отношений, делимитации и пограничной безопасности, а также Нагорно-Карабахского конфликта. Секретарь Совбеза представил Бона позиции армянской стороны в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Обсужден также ряд вопросов двусторонней повестки Армения-США. Замминистра иностранных дел Армении Вагэ Геворкян в Нью-Йорке встретился со спецсоветником генсека ООН по вопросам предотвращения геноцида, заместителем генерального секретаря ООН Алис Вайнирун Дейгиту. Геворкян представил усиливающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что незаконные действия, осуществляемые на почве армянофобии, являются свидетельством политики этнической чистки народа Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру Ираклию Гарибашвили по случаю Дня восстановления государственной независимости. Углубление взаимовыгодных и добрососедских отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики правительства. Высоко оценивая достижения дружественной Грузии, заверяю, что Армения для Грузии является надежным другом и соседом и останется таковым, отмечается в послании. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону в декабре прошлого года. Украина имеет право и возможности освободить временно оккупированные Россией территории, а также восстановить собственные границы, признанные на международном уровне в 1991 году. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне. «И мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он. В России за репост материала независимого российского издания «Медуза» возбудили первое административное дело на бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Валерия Нечая. Отметим, что издание признано иноагентом и объявлено нежелательной организацией в РФ.